Отстраиваем тадасану 1. Стопы на ширине бедер, серединные линии стоп параллельны, пальцы ног и пятки плотно прижаты к полу, колени подтянуты. Таз подкручен вниз, копчик смотрит в пол, макушка направлена в потолок, позвоночник вытянут, плечи круговым движением заводим назад и вниз, лопатки также направлены вниз. Вытягиваем руки вниз, разворачиваем ладони и всю внутреннюю часть руки вперед, подмышки свободны, плечи опущены, пальцы стремятся в пол по диагонали. Затем только ладони заворачиваем вовнутрь, теперь они смотрят на боковую поверхность туловища. Делаем 20 циклов дыхания Уджая. Вдох через нос, живот надувается. Выдох через расслабленную и приоткрытую голосовую щель с шипящим звуком А. Живот втягивается. У кого противопоказания, делаем полное йоговское дыхание. Не забываем про Мула Банху и Кхечери Банху. Закрываем глаза и начинаем, каждый в своем темпе. Для тех, у кого противопоказания и кто делает полное йоговское дыхание, напоминаю. На вдохе живот надувается, грудная клетка расширяется, на выдохе грудная клетка сужается, живот втягивается. Те, кто делает уджаю, вдох через нос, живот надувается. Горячий выдох через расслабленную и приоткрытую голосовую щель с шипящим звуком А. Живот втягивается. Дыхание медленное и подробное. Также не забываем про Мула Банху, корневой или нижний замок. Подтягиваем мышцы тазового дна и промежности. И Кхечери Банху, языковой замок, удлиняем язык и загибаем его вовнутрь вверх по верхнему небу. Заводим за мягкое небо как можно дальше в горло до точки основания черепа. Заканчиваем. Отпускаем замки и отдыхаем. Дыхание произвольное, глаза закрыты. Открываем глаза и приступаем к разминке. Глубокий вдох и выдох. Со вдохом макушку тянем в потолок, удлиняя позвоночник. С выдохом наклоняем голову вправо и правую ладонь кладем на левое ухо, мягко растягивая боковую поверхность шеи. Дышим. Спина прямая, грудная клетка раскрыта, лопатки направлены вниз. Глубокий вдох, снова удлиняем позвоночник, макушку направляем в потолок, с выдохом наклоняем голову влево и кладем левую ладонь. Дышим. Живот работает активно, плечи не поднимаются. Заканчиваем. Глубокий вдох, макушка в потолок, выдох. Со вдохом прокатываем голову к правому плечу, с выдохом к левому. Делаем все очень медленно, растягивая шею и контролируя дыхание. Спина прямая, грудная клетка раскрыта. Выдох. Со вдохом начинаем вращать плечи назад. Полкруга вдох, полкруга выдох. Выполняем вращение медленно с максимальной амплитудой. Спина прямая, макушка в потолок. Стараемся работать только плечами.
Берем кисти в замок перед собой и разминаем их волнообразным движением. Позвоночник вытянут, макушка в потолок, копчик в пол, грудная клетка раскрыта, лопатки направлены вниз, дыхание свободное. Глубокий вдох, макушка в потолок, выдох. На вдохе поднимаем вверх левую руку, удлиняя левую поверхность туловища, и с выдохом медленно наклоняемся вправо. Рука параллельна полу, она усиливает растяжение. Нижняя рука направлена в пол. Взгляд в потолок. Дышим. Грудная клетка раскрыта, плечо нижней руки не поднимается, плечи, поясница и бедра в одной плоскости. На вдохе снова поднимаем правую руку вверх, удлиняя поверхность туловища, и с выдохом медленно наклоняемся влево. Рука параллельна полу, нижняя рука направлена в пол. Взгляд в потолок. Дышим. Грудная клетка раскрыта, плечо нижней руки не поднимается, все тело в одной плоскости. Со вдохом возвращаемся, рука в потолок, с выдохом опускаем руку. Сделаем пару глубоких вдохов и выдохов. И снова со вдохом поднимаем руки через стороны вверх, растягивая все тело. На выдохе опускаем корпус вперед на 90 градусов, руки и корпус параллельно полу. Делаем 6 циклов дыхания Уджхая. Вдох через нос, выдох через приоткрытую голосовую щель с шипящим звуком «А». Дыхание медленное и подробное. Макушка, продолжение позвоночника, плечи не поднимаются, вытягиваем спину, грудная клетка раскрыта, живот работает активно. Снова вдох, на выдохе кладем грудную клетку на бедра, чуть сгибая колени, наклон вперед, уттанасана. Спина прямая, она не скругляется, руки ставим на пол или обхватываем ими голени, или же делаем локтевой замок, просто повиснув корпусом и руками вниз. Шея расслаблена. Как только вы убедились, что грудь плотно прижата к бедрам и спина прямая. На выдохе можно постепенно вытягивать колени с помощью рук, усиливая растяжение. Внимание в крестец, дышим. Вдох, с выдохом кладем ладони на пол, сгибаем колени, ставим на пол и оказываемся в положении кошки Марджариасане. Колени и стопы на полу, на ширине бедер, таз над коленями, шея расслаблена. Со вдохом раскрываем грудную клетку и прогибаемся в пояснице. Плечи не поднимаются, шея не напрягается, взгляд чуть вверх по диагонали. На выдохе движение от копчика, скругляем поясницу, подбородок груди, живот втягивается. Со вдохом снова прогибаемся, делаем 5 циклов. Дыхание медленное, вдох, спина прогибается, выдох округляется. Глубокий вдох, с выдохом отталкиваемся ладонями от коврика, подаем таз назад и вверх, стопы перекатываются и оказываемся в Адхамукха-шванасане, собаке мордой вниз. Внимание в пупок. Делаем 5 циклов дыхания Уджхая. Вдох через нос, выдох через приоткрытую голосовую щель с шипящим звуком «А». Дыхание медленное и подробное.
Грудная клетка раскрыта, копчик тянется вверх, пятки в пол, шея расслаблена, плечи не поднимаются, живот подтянут, колени прямые. Глубокий вдох, на выдохе переносим вес тела на руки, кумбхасана, планка на прямых руках. Запястья под плечами, колени и локти вытянуты, внимание на кончике носа, дышим. Ноги на ширине бедер, копчик подтянут, грудная клетка не проваливается вниз, макушка, продолжение позвоночника. Глубокий вдох. На выдохе опускаем колени, грудную клетку и подбородок на пол, аштанга намаскара, ладони под плечевыми суставами, локти направлены назад и прижаты к корпусу, копчик подвернут вверх, взгляд перед собой, внимание в горло. Со вдохом вес тела переносим на руки, отталкиваясь ладонями от пола, выпрямляем локти и колени, вытягиваем корпус вверх за макушкой, стопы перекатываются, подъемы оказываются на полу. Колени выпрямлены и приподняты от пола вместе с бедрами. Вытягиваем корпус вверх за макушкой. Уртха Мукха Шванасана, собака мордой вверх. Внимание в межбровье. Дышим. Поясница не провисает. Для этого надо напрячь мышцы живота и ягодиц. Плечи опущены и строго над запястьями. Взгляд также вверх по диагонали. Голова не запрокидывается. Глубокий вдох, с выдохом подаем таз назад и вверх, Хатха Мукха Шванасана, собака мордой вниз, внимание в пупок, дышим. Глубокий вдох, на выдохе делаем прыжок к рукам, со вдохом выпрямляем колени и локти, поднимаем грудную клетку чуть вверх и слегка прогибаемся, Артха Уттанасана, внимание в межбровье. Со вдохом выпрямляемся, руки через стороны вверх. С выдохом опускаем руки вниз через намасте, соединение ладони на уровне груди. Вдох, выдох. Переносим вес тела влево, сгибаем правую ногу и укладываем стопу на внутреннюю поверхность бедра вытянутой ноги. На вдохе поднимаем руки через стороны вверх, на выдохе руки на уровне груди, намасте, либо руки на пояс, локти смотрят в стороны, дышим. Колено согнутой ноги точно в сторону, тазобедренные суставы раскрыты, подвздошные косточки смотрят четко вперед и образуют единую линию. Плечи также на одной прямой, опорная нога вытянута, колено подтянуто, стопа плотно прижата к полу, пальцы смотрят вперед. Опускаем ногу на пол, сгибаем левую ногу и укладываем стопу на внутреннюю поверхность бедра вытянутой ноги. На вдохе поднимаем руки через стороны вверх, на выдохе руки на уровне груди, намасте, либо руки на пояс, локти смотрят в стороны, дышим. Колено согнутой ноги точно в сторону, тазобедренные суставы раскрыты, подвздошные косточки смотрят четко вперед и образуют единую линию. Плечи также на одной прямой, опорная нога вытянута, колено подтянуто, стопа плотно прижата к полу, пальцы смотрят вперед. Опускаем ногу и руки вниз, поворачиваемся на 90 градусов и расставляем ноги врозь вдоль коврика примерно на метр друг от друга. Руки в стороны на уровне плеч, ладони смотрят вниз, плечи не поднимаем, локти и колени прямые, стопы параллельны друг другу. Разворачиваем правую стопу на 90 градусов, а левую вовнутрь на 45. Живот, бедра и колени подтянуты. Со вдохом вытягиваемся за макушкой вверх и плавно наклоняемся вправо, сохраняя руки на одной линии. Утхита Дриканасана. Дышим. Ладонь нижней руки ставим на голень, на стопу или за нее с внешней стороны. Верхняя рука точно в потолок. Если нет противопоказаний, поверните голову и посмотрите на большой палец верхней руки. Или держите голову прямо, взгляд перед собой.
Плечи опущены, грудная клетка раскрыта, колени и бедра подтянуты, позвоночник вытянут, макушка – продолжение позвоночника, руки на одной прямой, стопы плотно прижаты к полу, вес тела на ногах. Со вдохом отрываем нижнюю ладонь от пола и возвращаемся в вертикальное положение. Руки вытянуты и параллельны полу, макушка в потолок. Ставим стопы еще шире, стопы на одной линии, а вес тела на пятке правой ноги. Сохраняя прямой позвоночник и руки на одной линии, левое колено подтягиваем как можно сильнее, а правое сгибаем точно в сторону, колено над стопой под углом 90 градусов. Два плеча смотрят вперед. Глубокий вдох. На выдохе опускаем правую ладонь на пол с внешней стороны стопы. Ладони стопа на одной линии и параллельны друг другу. Подмышка прижимается к бедру. А левую руку вытягиваем над ухом в сторону по диагонали. Она продолжение линии левого бедра и левого бока. Ладонь смотрит вниз. Взгляд направлен вверх, сквозь левое плечо. Или же оставляем его перед собой. Дышим. Утхита Паршваконасана, поза вытянутого бокового угла. Грудная клетка максимально раскрыта, мизинец вытянутой ноги прижат к полу, вес тела распределен равномерно, икры подтянуты. Со вдохом отрываем нижнюю руку от пола, корпус вытягивается за макушкой вверх, выпрямляем ногу и ставим стопы параллельно друг другу. Ладони кладем на основание бедер. На выдохе наклоняем прямой корпус вперед, ладони ставим на пол на ширине плеч, макушка касается пола. Макушка, ладони и стопы на одной линии, колени прямые, позвоночник вытянут, прасарита паддатанасана, дышим. Со вдохом поднимаем корпус вверх, стопы ставим ближе. Руки в стороны на уровне плеч, ладони смотрят вниз, плечи не поднимаем, локти и колени прямые, стопы параллельны друг другу. Разворачиваем левую стопу на 90 градусов, а правую вовнутрь на 45. Живот, бедра и колени подтянуты. С выдохом вытягиваемся за макушкой вверх и плавно наклоняемся влево, сохраняя руки на одной линии Утхита Триконасана. Дышим. Ладонь нижней руки ставим на голень, на стопу или за нее с внешней стороны. Верхняя рука точно в потолок. Если нет противопоказаний, поверните голову и посмотрите на большой палец верхней руки. Или держите голову прямо, взгляд перед собой. Плечи опущены, грудная клетка раскрыта. Колени и бедра подтянуты, позвоночник вытянут, макушка – продолжение позвоночника. Руки на одной прямой, стопы плотно прижаты к полу, вес тела на ногах. Со вдохом отрываем нижнюю ладонь от пола и возвращаемся в вертикальное положение. Руки вытянуты и параллельны полу, макушка в потолок. Стопы ставим еще шире. Стопы на одной линии, а вес тела на пятке левой ноги. Сохраняя прямой позвоночник и руки на одной линии, правое колено подтягиваем как можно сильнее, а левое сгибаем точно в сторону. Колено точно над стопой под углом 90 градусов, два плеча смотрят вперед. Глубокий вдох. На выдохе опускаем левую ладонь на пол с внешней стороны стопы. Ладони стопа на одной линии, параллельны друг другу. Подмышка прижимается к бедру. А правую руку вытягиваем над ухом в сторону по диагонали, она продолжение линии правого бедра и бока.
ладонь смотрит вниз. Взгляд вверх сквозь правое плечо или перед собой. Дышим. Утхита Паршваконасана, поза вытянутого бокового угла. Грудная клетка максимально раскрыта, мизинец вытянутой ноги прижат к полу, вес тела распределен равномерно, икры подтянуты. Со вдохом отрываем нижнюю руку от пола, корпус вытягивается за макушкой вверх, выпрямляем ногу и ставим стопы параллельны друг другу. Вдох, на выдохе разворачиваем корпус на 90 градусов, подставляем заднюю ногу, руки опускаем вниз и оказываемся в Тадасане 1. Стопы на ширине бедер, макушка в потолок. Со вдохом руки через стороны вверх, с выдохом наклон к ногам, Уттанасана. Грудная клетка кладется на бедра, позвоночник удлиняется. Затем по возможности выпрямляем колени. Дышим. Вдох. На выдохе кладем ладони на пол, ноги вытягиваем назад, локти согнуты и сильно прижаты к корпусу. Чатуранга Дандасана. Дышим. Внимание на кончики носа. Стопы на ширине бедер и параллельны друг другу. Позвоночник вытянут от макушки до копчика. Со вдохом вес тела переносим на руки и отталкиваемся ладонями от пола. Вытягиваем локти, корпус за макушкой вверх, стопы перекатываются, подъемы на полу. Колени выпрямлены и приподняты от пола вместе с бедрами. Вытягиваем корпус вверх за макушкой. Урдха Мукха Шванасана, собака мордой вверх. Внимание в межбровье. Дышим. Поясница не провисает, для этого надо напрячь мышцы живота и ягодиц, плечи опущены и строго над запястьями, взгляд также вверх по диагонали, голова не запрокидывается. Со вдохом посылаем таз назад и вверх, стопы перекатываются, собака мордой вниз, Адха Мукха Шванасана, внимание в пупок, делаем 5 циклов дыхания Уджая. Вдох через нос, выдох через приоткрытую голосовую щель с шипящим звуком «А». Дыхание медленное и подробное. Грудная клетка раскрыта, копчик тянется вверх, пятки в пол, шея расслаблена, плечи не поднимаются, живот подтянут, колени прямые. Со вдохом выставляем правую ногу вперед к рукам, Ашва Саланчасана, поза наездника, дышим. Колено над стопой смотрит вперед, задняя стопа на полупальце, колено задней ноги выпрямлено, грудная клетка прижата к бедру передней ноги, два плеча и два бедра на одной линии. Колено и подъем задней ноги кладется на пол, Аджаньясана, низкий выпад вперед, дышим. Корпус перпендикулярно полу, тазовые кости и плечи на одной линии смотрят вперед. Со вдохом руки через стороны вверх, ладони прижаты друг к другу, макушка – продолжение позвоночника. Кладем ладони на пол, посылаем таз назад, колено задней ноги на полу. Колено передней ноги вытягивается, стопа перекатывается через пятку и натягивается на себя. Ардха Ханумасана, полушпагат. Бедро задней ноги перпендикулярно полу, стопа задней ноги на полупальце, ладони на полу. Дышим. Позвоночник вытягивается от копчика до макушки. Если колено передней ноги выпрямлено до конца, на выдохе кладем грудную клетку на переднее бедро, сохраняя два плеча и два бедра, не скругляя позвоночник. Со вдохом возвращаемся выпад вперед, Аджаньясану, подаем таз вперед, стопу передней ноги ставим на пол. Угол в колене передней ноги 90 градусов, колено над стопой, дышим. С
со вдохом разворачиваем пятку задней ноги вовнутрь на 45 градусов и ставим на пол. Отрываем колено и выпрямляем ногу. Корпус поднимается вверх, колено передней ноги под углом 90 градусов, руки через стороны вверх, ладони вместе. Вирабхадрасана 1, поза воина 1, дышим. Макушка, продолжение позвоночника, два плеча направлены вперед, бедро согнуты, ноги параллельно полу, грудная клетка раскрыта, плечи не поднимаются. Плечи на одной линии смотрят вперед, колено задней ноги подтянуто. Разворачиваем корпус влево, теперь он и два бедра направлены фронтально, параллельно длинной части коврика. Руки опускаем в стороны, параллельно полу, локти прямые, ладони направлены вниз, взгляд на средний палец правой руки. Колено согнутой ноги над стопой, плечи и бедра на одной линии. Вирабхадрасана 2, поза воина 2, дышим. С выдохом ладони ставим на пол, передняя нога уходит назад, снова собака мордой вниз, Адха Мукха Шванасана, внимание в пупок, делаем 5 циклов дыхания Уджая. Вдох через нос, выдох через приоткрытую голосовую щель с шипящим звуком А, дыхание медленное и подробное. Грудная клетка раскрыта, копчик тянется вверх, пятки в пол, шея расслаблена, плечи не поднимаются, живот подтянут, колени прямые. Со вдохом выставляем левую ногу вперед к рукам, ашва саланчасана, поза наездника, дышим. Колено над стопой смотрит вперед, задняя стопа на полупальце, колено задней ноги выпрямлено, грудная клетка прижата к бедру передней ноги, два плеча и два бедра на одной линии. Колено и подъем задней ноги кладется на пол, аджаньясана, низкий выпад вперед, дышим. Корпус перпендикулярно полу, тазовые кости и плечи на одной линии смотрят вперед. Со вдохом руки через стороны вверх, ладони прижаты друг к другу, макушка – продолжение позвоночника. Кладем ладони на пол, посылаем таз назад, колено задней ноги на полу. Колено передней ноги вытягивается, стопа перекатывается через пятку и натягивается на себя. Артха Ханумасана – полушпагат. Бедро задней ноги перпендикулярно полу, стопа задней ноги на полупальце, ладони на полу. Дышим. Позвоночник вытягивается от копчика до макушки. Если колено передней ноги выпрямлено до конца, на выдохе кладем грудную клетку на переднее бедро, сохраняя два плеча и два бедра, не скругляя позвоночник. Со вдохом возвращаемся, выпад вперед, аджаньясану, подаем таз вперед, стопу передней ноги ставим на пол, угол в колене передней ноги 90 градусов, колено над стопой, дышим. Со вдохом разворачиваем пятку задней ноги вовнутрь на 45 градусов и ставим на пол, отрываем колено и выпрямляем ногу. Корпус поднимается вверх, колено передней ноги под углом 90 градусов, руки через стороны вверх, ладони вместе. Вирабхадрасана 1, поза воина 1, дышим. Макушка, продолжение позвоночника, два плеча направлены вперед, бедро согнуты, ноги параллельно полу, грудная клетка раскрыта, плечи не поднимаются. Плечи на одной линии смотрят вперед, колено задней ноги подтянуто. Разворачиваем корпус вправо, теперь он и два бедра направлены фронтально, параллельно длинной части коврика. Руки опускаем в стороны, параллельно полу, локти прямые, ладони направлены вниз. Взгляд на средний палец левой руки, колено согнуто над стопой, два плеча и два бедра на одной линии, вирабхадрасана 2, дышим.
С выдохом ладони ставим на пол, передняя нога уходит назад. Снова собака мордой вниз, Адха Мукха Шванасана, внимание в пупок. Делаем 5 циклов дыхания Уджая. Вдох через нос, выдох через приоткрытую голосовую щель с шипящим звуком «А». Дыхание медленное и подробное. Грудная клетка раскрыта, копчик тянется вверх, пятки в пол, шея расслаблена, плечи не поднимаются, живот подтянут, колени прямые. Глубокий вдох, на выдохе переносим вес тела на руки, кумбхасана, планка на прямых руках. Запястья под плечами, колени и локти вытянуты, внимание на кончике носа, дышим. Ноги на ширине бедер, копчик подтянут, грудная клетка не проваливается вниз, макушка, продолжение позвоночника. Глубокий вдох. На выдохе опускаем колени, грудную клетку и подбородок на пол, аштанга намаскара, ладони под плечевыми суставами, локти направлены назад и прижаты к корпусу, копчик подвернут вверх, взгляд перед собой, внимание в горло. Со вдохом вытягиваем колени, живот кладется на пол, грудная клетка поднимается вверх, стопы вместе, подъемы на полу. Локти разгибаются, вытягиваем шею и макушку вверх, наклоняем голову назад, прижимая затылок к задней поверхности спины. Ягодицы сжаты, берем мула банху, пхуджангасана, поза кобры, внимание в межбровье, дышим. Со вдохом посылаем таз назад и вверх, стопы перекатываются, собака мордой вниз, Адха Мукха Шванасана, внимание в пупок, делаем 5 циклов дыхания Уджая. Вдох через нос, выдох через приоткрытую голосовую щель с шипящим звуком «А». Дыхание медленное и подробное. Грудная клетка раскрыта, копчик тянется вверх, пятки в пол, шея расслаблена, плечи не поднимаются, живот подтянут, колени прямые. Глубокий вдох, на выдохе переносим вес тела на руки, кумбхасана, планка на прямых руках. Запястья под плечами, колени и локти вытянуты, внимание на кончике носа, дышим. Ноги на ширине бедер, копчик подтянут, грудная клетка не проваливается вниз, макушка, продолжение позвоночника. Сгибаем колени, скрещиваем стопы и перекатываемся через таз. Вытягиваем ноги вперед, спина прямая, ладони на полу. Разводим ноги в сторону, упавиштхаканасана, полушпагат. Колени вытянуты, стопы на себя. Расправляем седалищные бугры. Со вдохом руки через стороны вверх, позвоночник удлиняется за макушкой. С выдохом предплечье кладем на пол перед собой, грудную клетку и живот опускаем вперед и стараемся положить на пол. Также можно положить лоб на ладони. Дышим медленно и глубоко. Спина прямая, стопы не заваливаются вперед, смотрят четко в потолок. Колени максимально выпрямлены, глаза можно прикрыть. Не отрывая бедер от пола, стараемся подвернуть копчик назад и вверх, тем самым усиливая растяжение. Дышим глубоко, живот работает активно, вытягиваемся в пояснице. Со вдохом поднимаем корпус вверх, макушка в потолок. С выдохом соединяем ноги, стопы на себя, колени прямые. Расправляем седалищные бугры. Со вдохом руки через стороны вверх, плечи опущены, дандасана, поза посоха. Делаем 5 циклов дыхания Уджая. Вдох через нос, выдох через приоткрытую голосовую щель с шипящим звуком «А». Дыхание медленное и подробное. Глубокий вдох. На выдохе кладем грудную клетку на бедра, немного сгибая колени.
Пашчиматанасана, вытяжение спины, глубокое расслабление. Позвоночник вытягивается, грудная клетка раскрыта, шея расслаблена, руками можно захватить середину стоп или голени. Убедившись, что грудь плотно прилегает к бедрам и спина не скруглена, делаем глубокий вдох и на выдохе медленно и аккуратно стараемся вытянуть колени. Дышим. На вдохе поднимаем корпус вверх, выдох, опускаем спину на пол, со вдохом две ноги поднимаем вверх на 90 градусов, Урдха Прасарита Падасана. Делаем 20 капалабхати, акцентированный выдох носом, вдох автоматический, колени прямые, стопы вместе и на себя, поясница и таз не отрываются от пола, руки за головой параллельно друг другу, шея расслаблена, взгляд в потолок. Если у вас есть противопоказания, грыжи, протрузии в позвоночнике, астма, гипертония или менструация, остаемся в этом же положении и дышим глубоко. Вдох, выдох носом, живот работает активно, шея строго зафиксирована, нос в потолок, глаза можно прикрыть. Для остальных со вдохом сгибаем колени к груди. На выдохе перекатом переносим стопы за голову, колени прямые, стопы на себя. Вес тела на лопатках. Шея свободна и зафиксирована. В избежании травм ни в коем случае не вертим головой, нос в потолок. Халасана, поза плуга. Дышим. Подбородок прижат к груди, дыхание ровное, живот расслаблен, позвоночник сильно не скругляется, страхуем его мышцами спины. Глубокий вдох, на выдохе раскатываем поясницу на пол, позвонок за позвонком, ноги смотрят в потолок под углом 90 градусов, Урдха Прасарита Падасана. Таз, поясница и лопатки лежат на полу, стопы вместе, колени подтянуты, взгляд в потолок. Руки можно положить вдоль корпуса, ладони на пол. Глубокий вдох, на выдохе опускаем ноги на 60 градусов от пола, дышим спокойно 5 счетов. 5. 4, 3, 2, 1. На вдохе опускаем ноги на 30 градусов от пола, дышим спокойно 5 счетов. 5, 4, 3, 2, 1. Со вдохом поднимаем опять на 60, 3 счета. 3, 2, 1. На 90, 5 счетов. 5, 4, 3, 2, 1, на выдохе на 60, 3, 2, 1, на 30, 3, 2, 1, опускаем ноги на пол. Кладем кисти рук под бедра ладонями вверх, немного прогибаясь в пояснице, опора на локти, стопы вместе, на вдохе поднимаем грудь вверх, оказываемся на лопатках. Если нет противопоказаний, грудную клетку поднимаем вверх, сгибаем локти, голова уходит назад, макушку стараемся положить на пол. Вес тела на локтях, не нагружаем шею. Матсиасана, поза рыбы, дышим очень медленно и глубоко. Грудная клетка максимально раскрыта, лопатки соединяются, дыхание спокойное и ровное, рот и глаза закрыты. Вдох, на выдохе медленно раскладываем тело на коврике, шавасана. Если вам нужно укрыться одеялом, возьмите его сейчас. Прикрываем глаза, ноги чуть разводим друг от друга, стопы расслаблены. Руки отведены от туловища на 45 градусов, ладони смотрят вверх. Правая и левая часть тела симметричны друг другу. Глубокий вдох через нос и мягкий выдох через приоткрытый рот. Губы, язык и веки расслаблены, зубы разжаты, тело прижато к земле. Стараемся не засыпать, для этого отслеживаем свое дыхание.
Направляем внимание в каждую зону нашего тела и расслабляем ее.